чего? Да вот, уже лучше. Вас увидел, стало намного лучше. Угу. Оказывается, есть на этой планете феи. Да. Как вы... А, вот вы глаза скрываете явно. Да. Не хотите, чтобы вас влюблялись. А то представляете, как будет целый там шлейф поклонников. Это ж не отбиться. А разве это плохо? Ну. Зачем отбиваться? Они же не навязчивые. Они же так. Ага. А вы в Израиле. По доброй воле к вам. Ну, это же ни о чем еще не говорит. Я живу в Израиле. Но, знаете, за мечтой можно и на Луну отправиться. Угу. Было бы мечта и желание. Ну, да. Так вы ж русских не любите. А вы где? Вы ж русских не любите. Ну, почему? Ну, израильтяне не любят русских в основном. Ну почему не любят? То же дело не в национальности, а в мировоззрении. Вот вы где живете? На данный момент в США. О, ну ваше мировоззрение же другое. Другое. Вы же не хотите все отобрать и поделить. Вы хотите? Нет, это американцы хотят. У всех забрать. Это либералы наши американские так хотят. Камала Харрис так хочет. Да, говорит, надо все раздать нелегалам, которые к нам приходят через границу. Все им забрать у нас наши налоги. И им, и украинцам тоже все отдать. Вот это в Америке такая вот система, да. Коммунизм. Да, ну такого не может быть. Я себе не совсем представляю. А за какие деньги Зеленскому миллиарды отдают? За счет чего? Нет. Ну вы понимаете, деньги — это такая вещь, которую можно нарисовать. А вот заводы, пароходы, газеты, их не нарисуешь, они есть. Понимаете? Вот я не представляю, как можно у Рокфеллера забрать и поделить. А, вы знаете, я так вот не против была бы, чтобы нефтяные вышки были бы в руках народа, например. А они в руках Рокфеллера. Не, а как вы себе представляете в руках народа? Их порежут по кусочку, каждому раздадут или как? Ну, в Советском Союзе же они как-то строились и не резали по кусочкам. Так видите, так Советский Союз поэтому и распался, потому что именно вот так размышлял. А он развалили Рокфеллера. Как раз таки. Не. Да ну почему его развалили? Он просто несостоятельное государство. А что, Китай тоже коммунистическое государство? Смотрите, как дает пиздец Америке сейчас. Вот. Китай дает. Вы не правы. Китай чуть хитрее Советского Союза оказался. Он взял элементы из капитализма и отдал в частную собственность очень много предприятий. А если бы у них было так в Советском Союзе, что все принадлежит государству, они бы тоже уже давно перестали существовать. Нет, так у них и было. И было, и у нас Советский Союз шел к перестройке. Но Горбачев решил, что американская пенсия гораздо слаще. Продал свою жопу Рокфеллеру. Рокфеллер приехал в Советский Союз, сказал, да, они будут дешево нам стоить, давайте всех все купим. Купили всех, кого надо. Хорошо. А теперь то же самое происходит с Америкой. Теперь купили Камалу Харрис, купили Байдена, а эти суки продают Америку Израиль. Так что вы в нужном месте. Ну, вас никто не любит. А если нам? Ну вот видите, значит, мы находимся в нужном месте в нужное время. Тогда у меня вопрос будут со всех сторон. А там в нужном месте, да, в нужное время. А у нас так хорошо, да. Да, ну пусть попробует. А что же вы с такими мыслями и с таким... Да, ну как-то не очень удачно. Те, кто хотел, их уже червь висит. Не очень удачно, да? Это порушило там половину баз своими этими ракетами. Да, у нас разруха. У нас тут разруха, мы все голодаем. Там тоже Лебанон. Да, и с Ливаном у нас... Да, у нас, я же говорю, у нас разруха, мы все тут бедные, несчастные, нам нечего есть. А вот вопрос вам. Вы с таким счастьем, почему в Америке, не в России? Ну, почему же я... Что же вы в Америке в этой с Рокфеллером? В России уже поехали. Нет, вам нужно в России. Уже купили квартиру, ждем, когда сдадут квартиру, сразу переезжаем. У меня сын уже там находится, уже несколько месяцев. Видите, вы очень правильно, правильно, и сына на СВО. Ведут по стопам Коммунистического Союза. Они сначала... Я вас поддерживаю. Развалили Советский Союз. Я вас поддерживаю. Они разваливают Америку. Я вас поддерживаю. Да, я вас полностью поддерживаю. Вам нужно вернуться, отправить сына на СВО, получить его в пакете по частям
и потом праздновать победу. Вы переживаете за своих евреев, которые я покажу по частям, сливана обязательно привезли. Нет, бачу, там, мы переживаем, поэтому а уничтожаем врагов. Мы, а что у вас по носу? За 7 октября, да. То, что было 7 октября, я вам напомню. Немножко поставили на место хулиганов, так сказать, немножко убили их, чуть-чуть. И немножко сделали дизайн ландшафта им. И сегодня уже совсем тихо там, уже мало что туда гавкает. Что вы рассказываете? Да у вас каждый так день ничего же кончилось. Стреляют. А в Ливане, да, ну, да, конечно. Вы же понимаете, вот я сейчас... Ну, что да каждый день, так у нас же разруха, я же вам сказал же. Да, каждый день стреляют, у нас ни одного жилого дома не сохранилось. Но чувствуется, вот что просто вы даже разруха, в Украину да. Жить. Конечно, да, да, мы побежим, мы все бегаем. Вы смотрите, вот я не бегаю, я езжу. Я могу и поехать. Но вы же только что прибежали с Украины, прибежали в Израиль. А мне комфортно. Оказалось, что там да, жопа. Вот мы прибежали в Израиль. На Украине. Да, конечно, жопа. Особенно учитывая то, что у вас все отбирают и отправляют в Израиль. Понимаете, ваши деньги, ваши да, налоги отправляют да. Нам. А мы будем поэтому куда-то бегать. Вот так, зачем нам бегать? Нам и так хорошо. Так не любите. Вы нас не надо нас любить, нам надо бояться. Вас будут вот как арабы. Гавкают, но боятся. Ракеты. А ну конечно. Да-да, бум.